Пенсионный фонд России. Статус предпенсионера можно получить досрочно. Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до нового возраста выхода на пенсию с учетом переходного периода. Так, например, в 2019 году предпенсионерами являются женщины, достигшие 51 год, и мужчины, достигшие 56 лет. Это касается выходящих на пенсию на общих основаниях. Право на льготы, предусмотренные законодательством для предпенсионеров, распространяется также и на граждан, претендующих на досрочное назначение страховой пенсии по старости. Внимание! У каждой категории досрочников разные критерии для приобретения права на статус предпенсионера. Предпенсионный возраст для граждан, у которых право на досрочное назначение страховой пенсии, связано с достижением определенного возраста, предусмотренного законодательством. Наступает за 5 лет до возраста досрочного выхода на пенсию. Так, например, жители, имеющие северный страховой стаж, смогут подтвердить статус предпенсионера в 2019 году при наличии стажа работы 15 лет в районах Крайнего Севера и 20 лет в местностях, приравненных к Крайнему Северу. Женщина с 46 лет и мужчина с 51 года. Например, многодетные мамы, имеющие 5 и более детей и воспитавшие их до 8-летнего возраста, могут подтвердить свой статус предпенсионера 45 лет. Жители с 4 детьми с 51 года, с 3 детьми с 52 лет. Жители, у которых право на досрочную пенсию возникает при выработке специального страхового стажа, вне зависимости от возраста. Это и таким категориям у нас, например, относятся врачи, учителя и другие работники. Получают статус предпенсионера, как только выработают необходимый требуемый стаж. Так, например, школьный учитель, который в сентябре 2019 года выработал необходимый педагогический стаж 25 лет, начиная с этого же момента, будет считаться уже предпенсионером. Для подтверждения статуса предпенсионера гражданам, претендующим на досрочную страховую пенсию по старости, следует обращаться в управление пенсионного фонда. Еще раз хочу напомнить, что понятие предпенсионный возраст введено федеральным законом 350 МФЗ, принятым 3 октября 2018 года. Согласно нормативным документам, предпенсионный возраст наступает за 5 лет до нового пенсионного возраста с учетом переходных положений. Предпенсионерам предоставляются льготы и дополнительные меры социальной поддержки по линии различных ведомств. Для подтверждения статуса предпенсионера гражданам, выходящим на пенсию на общих основаниях, можно обратиться в пенсионный фонд, можно обратиться за справкой. Пенсионный фонд России.